Суд в Дагестане продлил арест двум бывшим сотрудникам Росгвардии, которых обвиняют в убийстве экс-главы села Новокули. Срок задержания под стражей братьев Салмана и Сулеймана Курбановых на этот раз продлен на 2 месяца до вынесения приговора. Напомним, они проходят по громкому делу убийства Абакара Капланова. Преступление произошло 6 февраля в отделении полиции советского РУВД. Тогда в ходе конфликта в Капланова было произведено 36 выстрелов.